Очередное пленарное заседание прошло в Общественной палате Люберец. На встрече обсудили соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и ДОСАФ, а также торжественно вручили удостоверение 25 членам палаты. Данные удостоверения прописаны в положении о Общественной палате. Сегодня ряд коллег получили удостоверения, которыми смогут пользоваться, которые подтверждают их статус членов Общественной палаты городского округа Люберец. Мы работаем и так на общественных началах, поэтому, но бывают такие случаи, когда спрашивают люди, откуда вы. Наше слово будет намного весомее, и, соответственно, мы сможем на каком-то, может быть, своем уровне небольшом, да, какие-то вопросы решать и быть помощниками нашей администрации.